конечно, неприятные, неутешительные. Это держит, реально хорошо держит. Сейчас попробуем поработать с эквейбом. Возможен такой вариант, что он его пробьет. Ну, ихние волонтеры справились с остальной задачей, что я могу сказать. Вот. Так что давайте сейчас посмотрим, как оно отработает. Семерка. Даже сейчас попробуем. Вот так вот сделать. Неприятно их не чувствовать. Это какая-то она слишком... Слишком непробиваемая эта плита. Нет пробития. У наших оппонентов плита непробиваемая. Почему-то я не могу понять. А ну-ка. А ну давай откроем. Вскрываем ее, да, посмотрим, что там внутри. Пошу, просто скрываю, да, и все. Посмотрим, что там. Украинская плиточка, значит, растение плиточка, это что там такое? Так, вижу пенку антитравматическую. А ну что там, покажи. Ага. Я офигею, да ни одного вспучивания, ничего нету абсолютно. Все порвано, да? А ну покажи осколки внутри. О, блядь. Весь хлам, пацаны. Она собирает, войлок его собирает. Это было КМ при пуле, короче. Ну что показывает, ребята? Отработала она на 5 баллов. Скажу честно, отработал на 5 баллов, ребят. Плита, любыми видами пуль. Ну, мы СВДшные пули не брали, конечно, потому что, ну, сами понимаете, такое дело, что мы как с точки зрения штурмов рассматриваем сейчас все. АКМ и 3 вида РПК пуль. Держит. БР-4 держит. Лаз держит. Вот, смотрим внимательно.